21 спектакль был представлен на суд жюри в конкурсе «Самарская театральная муза». Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, драма, опера, куклы. Номинаций претендентов немало, но правила конкурса гласят, муза должна достаться только лучшим. Всегда в районе Дня театра идет такое по театрам легкое волнение, потому что конкурс – вещь щекотливая. И, естественно, у какого-то театра год сложился более удачно этот год, у кого-то, может быть, менее удачно, вот. Но каждый надеется, что его работа будет оценена. Признание – это вообще то, ради чего работает любой художник, артист в частности. Потому что признание зрителей – это одно, а признание коллег-профессионалов – это другое. Это как раз возможность сказать: «Ну да, я в этот раз молодец». Лучшая актриса музыкального театра – солистка оперы Ирина Янцева. Женская драматическая отправилась в «Тольяттинское колесо» к Ольге Самарцевой. В другой тольяттинский театр юного зрителя «Дилижанс» уехала и премия за лучшую мужскую роль, которую исполнил Константин Федосеев. Если с главными ролями жюри было все понятно, то что же такое роль второго плана, объяснить оказалось трудно. Но актриса самарского драматического Евгения Аржаева, получившая эту премию, знает ответ на этот вопрос. Ну, надо просто всегда быть рядом. Со всеми, наверное. С партнером обязательно. Со всеми. Просто быть рядышком и быть на их волне. В жанре кукол были отмечены Екатерина Баженова из театра «Лукоморья» и Александр Кочудаев из «Пилигрима». Одна из самых значимых номинаций за вклад в развитие театрального искусства Самарской области в этом году ею были отмечены двое народных тольяттинец Виктор Дмитриев и прима самарской драмы Жанна Романенко. Я еще не хочу бронзоветь, делаться памятником. Я хочу работать, тем более я работаю очень много. И уже сейчас репетируем, и еще будем репетировать, поэтому все еще впереди. Честь наградить лучших молодых актеров выпала генеральному директору телеканала «Самара ГИС» Андрею Волкову. Музу получили актер театра драмы Владимир Морякин за роль Холстомера и актер театра студии «Грань» Даниил Богомолов за «Короля Лира». Режиссеру спектакля «Король Лир» Денису Бакурадзе пришлось подниматься на сцену аж четырежды. Его подопечные во время награждения как раз играли эту постановку в Новокуйбышевске. Премиями также была отмечена актриса «Грани» Любовь Тювилина как лучшая молодая, поделив награду с актрисой самарской драмы Натальей Ионовой. А сам спектакль получил целых 2 спецприза жюри – за лучший актерский ансамбль и лучший спектакль. Самое важное – это, конечно, ансамбль, потому что я, как режиссер, художественный руководитель, бы ничего не смог сделать, если бы не было той труппы, тех актеров, которые есть. Поэтому для меня огромное счастье, победа каждого в спектакле, для меня действительно моя личная удача. Уже 22 года муза находит своих героев, подстегивая актеров не останавливаться на достигнутом и совершенствовать свое ремесло, радуя зрителя новыми премьерами. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События.